Перший дзвінок – це час, коли все тільки-но починається. Сьогодні ми запитаємо у миколаївців, які враження та успіхи переслідували їх у школі. Ні. Не помните? Ні. А який найбільший успіх у вас був в школі? Какая-то олімпіада, може, или какой-то момент самый смешной? Помните? Змагання. Які змагання? По футболу. Це було дуже давно. Победа на олімпіаді. Да. Я даже давала звонок. Да? Да. Расскажите, как было это все? Ну, звонок очень тяжелый был. Как-то так мне было тяжело носить его. Мне еще перед этим мама сказала, что нужно не вот так вот звенеть, чтобы губу по голове не дать, а так вот, чтобы я звенела. Ну, если честно, мне было очень интересно, когда был первый звонок. Так, очень много маленьких детей. Я такая, ну ладно. Мы такие смотрим. Вы еще не знаете, чего вас ожидает. Сложно очень вспомнить, потому что было как бы хороших оценок много. Ну, как бы я участвовала в олимпиаде, но как бы не была среди победителей. Так. В детстве не очень хотела идти в школу. Но вообще у нас хорошая школа, мне понравилось. Там приезжал еще мэр наш тогда, Чайка. У меня были самые большие бантики в классе, это точно. У нас когда-то был такой, как конкурс, мистер коллегиум, и я выступала там художественной гимнастикой. То всем очень понравилось. Да, такой успех. Любила математику, любила черчение. Ну, а потом по этому профилю ты пошла работать. А первый звонок, как в первом классе, просто не хочется рассказывать. Купила мне мама букет. Пошла я на первый звонок, а этот букетик передали другому. Вот и все. Что-то ожидал крутого чего-то. Так. А произошло как? Произошло не очень. Не очень, да? А что именно пошло не так, может? Ну, как-то все начало надоедать, сложно учиться. Это было по информатике. Я сдал лучше всех контрольную олимпиаду и потом еще снова лучше всех сдал. Я пошла, наверное, в школу, у меня были разбитые колени и фингал под глазом. Я в футбол играла. И как отреагировали остальные ваши ребята? Всем понравилось. Так 9 лет потом бегала, падала, с фингалами ходила в школу. Наверное, когда я играла Джонни Деппа. Да? Да. Постановка была. Постановка, да? И расскажите нам, как это было все? Ой, это было очень забавно. Необычно. Ну, особенно, когда у меня волосы вылазили из-под рубашки. Пришла в школу, точно були колени побиті, я так не помню, і це, і були сльози на глазах, не хотіла йти в школу. А потім нормально, стала президентом школи. Це було так недавно. Ой, це було в Казахстані в 60-му году. Що було, возле гор була школа, восьмилетка. Я помню первый звонок, вот запомнился звонок такой мощный, и бронза или медь такой, и девочка ходила, построили буквой П, там и девочка шла мимо строя, и вот это звонила. Меня все время, я был старостой всегда класса, потом уехал из деревни, там горного аула поступил, десятилетку закончил Оренбургское летное училище. После приехал в Николаев, стал командиром полка, закончил академию ленинградскую. Ну вот, и все время спрашивали, у тебя есть волосатая рука? Я есть, говорю. В первый день это был важный день для нас. Мы пришли, увидели новых людей, нам сказали, что это наш класс. Мы познакомились со всеми. Вот мы познакомились с моим другом. Мы постояли несколько часов. Честно скажу, это было очень скучно. На спортивных соревнованиях, когда побежали. Там на разных, на бег. Ну, я испугалась вообще идти в школу, конечно. Первая учительница у меня была добрая, а во вторую, когда дали, я расплакалась. Чего? Ну, думала, плохо там будет, а там очень хорошо. Я вот в четвертый перешла, я в третьем закончила на 12, на 10, 11. Ну, отличница, в общем. Неважливо, скільки років минуло після школи, перші враження від дерев'яної парти та букварика лишаються назавжди. Адже це нова стежина, яка колись привела до чудових відкриттів та гіркого першого досвіду. Ця згадка дзвіночком закарбувалася в наших нескінченних лабіринтах пам'яті і зігріває серце у важкі хвилини. До того ж, школа навчила багатьом речам, що не звучали на уроках і не вирішувалися в задачах. Це уроки життя.